На этой неделе домой вернулись те, кто отбивал атаки сепаратистов на Донецкий аэропорт. В Харьковскую область вернулись бойцы 93-й бригады, а в Кировоград подразделение полка спецназа. Ну и вот эти кадры, давайте их сейчас покажем, были в новостях многих телеканалов мира. Донецкий аэропорт и ребята, которые оборонялись почти 3 месяца. Наверное, пройдет время, и события в Донецком аэропорту, о которых даже в Америке сообщали, станут сценарием для голливудского блокбастера. Сами боевики прозвали наших ребят киборгами. Жаловались, пробовали штурмовать, все атаки отбили, начали обстреливать из градов. Украинские военные прятались в подземные канализационные коллекторы. Когда подземные коммуникации попытались залить, они по подземным коллекторам перебрались аж до Авдеевки, поднялись на поверхность, вернулись в аэропорт и опять выбили боевиков. Но когда закончились продукты, сделали вылазку в Донецк, взяли несколько десятков пленных и потом поменяли их на 3 тонны тушенки.